Всем привет! Хочу сегодня уже показать процесс установки пластика уже на Юрчика тачку. Вот уже левое крыло уже накинули. Сейчас пока все закрепили на саморезах. Пока будет на саморезах. Дальше все снимем, резьба заклепка, и будут на нержавеющих болтиках крепиться. Но там будет резьба заклепка заклепываться. В общем, крыло уже стоит на месте. Жопу уже вот подрезали. Сейчас будем правое крыло устанавливать и эту жопу. Все закрепим, дальше перейдем уже на пороге. Так что процесс будем показывать потихонечку. Так, строили мы крыло, взяли вот и обрезали его. Вот так вот было. Я считаю, что можно от этой части как бы уйти, она особо не нужна. Там на жопе вот этот полукруг весь есть, короче. Дальше покажем, как это будет выглядеть. Весь процесс будем вам потихонечку записывать и закидывать. Так, у нас уже автомобиль начинает внешний вид обретать. Вот уже жопа стоит на месте. Два крыла уже на месте. Сейчас будем делать дальше внутри крэш-бар. Вот от одного крепления к другому. Закрепим это все уже до конца. Сделаем крепление задней части автомобиля, чтобы оно все придерживалось. И дальше будем переходить на пороги и идти уже к передним крыльям. Потихонечку обретает уже внешний вид автомобиль. Пока собрал на обычные саморезы все это до кучи, чтобы уже все стояло. И сейчас вот взял вот такие вот резьбы-заклепки. Вот они раскрываются и становятся это как розочкой, широкие, большие. Меньше вероятности того, что провернется потом. Ну и вот такие вот взял нержавеющие болтики под внутренний шестигранничек с такой вот шляпкой. Будет аккуратненько смотреться, типа таких вот саморезов, но будет под внутренний шестигранничек болтик. Так что скоро будем это все собирать уже непосредственно на вот такие метизы. Так, а я продолжаю заниматься постройкой кузова. Порог уже накинул. Крыло накинул переднее, ТС-15. И у меня есть проблемка. А проблемка заключается в том, что у меня вот тут вот такой зазор, если совмещать крыло С-15 и порог С-13. Либо тут нужно будет со стекловолокна еще делать вот такую вот ступенечку, либо что, короче, нужно будет думать. Короче, сейчас подумаем, переспим ночь и дальше уже решим, как это обыграть. Ну, уже начинает появляться кузов. Уже начинает появляться автомобиль из этого всего.